Привет, рад новой встрече. В этом видеообзоре я расскажу про раздел телевидения. Для того, чтобы в него войти, нужно в левом всплывающем меню его выбрать. В общем меню телевидения вам представлен обзор телеканалов. Например, кино, сериалы, познавательные, природа. Как это удобно, я покажу на категории телевизионных программ «Природа и туризм». В этом случае их 7. Чтобы посмотреть все каналы, достаточно на пульте нажать на кнопку вправо и выбрать канал, который мне действительно интересен. Например, «Живая планета», «Animal Planet», либо вот «Чемодан ТВ». И опять нам на помощь приходит кнопка вправо на вашем пульте. Запомните, она будет встречаться достаточно часто. Я выбрал канал «Чемодан ТВ HD». Нажимаю на кнопку вправо на пульте. И попадаю в программу телепередач. Здесь я вижу, какие программы уже были в эфире. Например, вот воскресенье 25, суббота 24. Собственно, здесь собран архив за 2 недели. Все, что я пропустил, я могу посмотреть в любой момент. Это удобно. Например, документальный фильм «Убийцы холодных вод. Секреты лососевой акулы на Аляске». Такие существуют, оказывается. Если ваша программа закончилась и вы хотите посмотреть что-то еще, нажимайте на пульте стрелочку вниз, и тогда вы попадаете в меню с телеканалами и программой телепередач. Всплывающую маску можно убрать нажатием кнопки «Назад». На вашем пульте она выглядит как незаконченное кольцо со стрелочкой. Таким образом вы смотрите канал, а если нажмете еще раз, то вы попадаете в общее меню выбора каналов. Или, другими словами, основное меню. Но если вы досмотрели до этого момента, я вам расскажу один лайфхак. В самом главном меню, когда вы включаете приставку, вы можете на пульте нажать номер канала, который вы хотите посмотреть, либо это ваш любимый канал, либо там что-то уже идет, и вы опаздываете, не хотите пропустить ни секунды. В моем случае это канал ТНТ. Я нажимаю кнопку 5, буквально через несколько секунд попадаю на этот канал и смотрю сериал, который там идет. Это очень удобная функция, потому что если вам надо очень быстро, то вам не нужно заходить в главное меню, потом в категорию каналов и в нем, собственно, искать канал, который хотите посмотреть.